Северная Корея на кухнях портвейн вдумчиво греют. Не то чтобы холодно, а чтобы теплее. Еду, еду к Владимиру деду. Разве это бешеная собака? Она становится бешеной, только когда слышит вот это. О, das ist die russische, ja! Scholz Dummkopf! Du bist krank und skatinischen, der narzисstischen! Ау! Йоу! Айо! Едем, едем, расскажешь, что я... А в это время в главном управлении разведки Министерства обороны. Сынок, ты провалил задание. Можешь выбрать, послом в Англию или новое опасное задание. Выбор очевиден. Конечно же, послом в Англию. У тебя нет выбора. В секретном месте севернее Кореи диктатор проводит турнир по боевому танцу. Ты должен проникнуть на турнир и выкрасть чип темной материи у диктатора. Это чип из твоего желудя, сынок. А у меня есть опция выбора оружия? Нет, это опасно. На моем столе пес-патрон. Примотай его скотчем к ноге и используй только в крайнем случае. Патрон вижу, пса не вижу. Патрон превращается в пса, если его тщательно потереть. Забирай патрон и иди к мастеру Синьке изучать боевой гопак. Азухин Вей! Кого я вижу? Это ж таки сам мастер Йода! Мастер Йода — это коричневый меч. Мастер Зелёнки — это зеленый меч. Мастер Синьки — это синий меч. Я мастер Синьки. А где-то севернее Кореи. Агент Шмовик добрался до ворот на турнир, где его ждут новые приключения. Но это уже в пятой части. Ой, как ты меня достала! Опять же!